Очередной рабочий визит и очередной международный диалог. Сегодня областной центр посетил чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в Республике Беларусь Алекс Гольдман-Шайман. В областном исполнительном комитете дипломата ожидала официальная встреча с председателем Брестского облсполкома Юрием Шулейко. Визит отчасти ознакомительный. В рамках диалога губернатор Брещины обсудил с Алексом Гольдман-Шайманом перспективы дальнейшего сотрудничества в экономической, культурной и социальной сферах. Кроме того, на повестку дня был вынесен еще один вопрос. В сентябре 2021-го в урочище Мачула, территория железнодорожных путей по направлению Лунинец-Пинск, активно велись поисковые работы, в результате которых были обнаружены останки более 400 человек, погибших в годы Великой Отечественной войны. После завершения необходимых процедур будут приняты меры по достойному увековечиванию памяти найденных жертв. Если среди них окажутся представители еврейской национальности, дипломатический корпус Израиля хотел бы оказать содействие в перезахоронении, согласно национальным обрядам. В рамках рабочего визита чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в Республике Беларусь Алекс Гольдман-Шайман посетил мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». В плане знакомства с предприятием «Савушкин продукт» и поездка в Лунинецкий регион.